Смотрите, что я здесь нашла. С Фейсбук. Так, сейчас нанесем. Еще вот это меня очень заинтересовало. Мужские ароматы, которые я никогда не тестировала. Вот эти два я нанесла на блотеры. Еще вот эти ребята привлекли мое внимание. Сейчас мы их тоже протестируем. Почули эликсир. Никогда раньше на них не обращала внимания. И просто почули. Так, и новинка от Armani. Ее мы тоже потестируем. Такой интересный флакон. Розовая жидкость, или так кажется. Всем привет! У нас сегодня настоящая осень. 14 градусов тепла, ветер, дождь льет без конца. Но в этом тоже что-то есть. Своя атмосфера, вы знаете, мне даже нравится. Такую погоду хорошо думается и хорошо занимается на фортепиано. Все такое серое. Дождь так стучит по зонтику. Очень классно, мне нравится. Вот. А я закончила работу, четверг вечер, и иду через парк домой. Вы, кстати, мне пишете, ой, какая у вас красота в Гамбурге. К сожалению, это не весь Гамбург такой. Это я иду просто через парк, и считайте, что это самый центр города. Здесь, конечно, все очень красиво, очень цивильно. И я рада, что мы живем не где-то на отшибе, потому что в Гамбурге есть такие районы, куда лучше не попадать. И где я, слава богу, не бываю. Так что... Поэтому я и снимаю вот здесь. Я просто иду сейчас от ученицы домой. То есть я не специально зашла в парк, чтобы снять видео. Я иду с работы домой. Ой, и у меня сегодня, знаете, не хватает третьей руки. Потому что в одной руке телефон, в другой руке блоттеры и зонтик. И очень сложно держать зонт. Ну ладно, в общем, я была в магазине, наконец-то нашла новинку от Armani. Она меня, к сожалению, разочаровала. Так, опа. А зато я нашла другие очень интересные ароматы. Сейчас вам о них расскажу. Смотрите, видите, люди занимаются спортом, несмотря на дождь. Вот, бегают. Да, а я, несмотря на дождь, решила пройтись пешком домой. Потому что не хотелось мне опять в маске ехать в метро. Куча народу, маски. Честно говоря, устаешь от этого всего. Вот кто-то уже голенький бежит. Устаешь от этих масок, от кучи народу. Вообще в большом городе, конечно, в этом плане тяжко. В общем, ладно, давайте начнем про ароматы. Привлекли мое внимание два аромата про пачули, хотя я, знаете, не являюсь большим любителем пачули, особенно когда пачули солируют. Ну, это не совсем мое, но вот эти ароматы, знаете, они мне понравились оба. Приятная очень сладость. Я не знаю, что в пирамиде, я не успела ничего посмотреть, но, знаете, это тот редкий случай, когда слушаешь аромат, и тебя сразу же перед внутренним взором всплывает вот картинка. Я почему-то увидела такой приглушенный свет, бар, такой дорогой какой-то английский бар почему-то, или даже ресторан, приглушенный свет, и сидит мужчина в черном костюме, пьет коньяк дорогой и курит сигару. Но все это, знаете, вот так на полутонах и очень... Очень дорого звучит, очень интересно. Приятная сладость. Я не могу понять, то ли это амбра, то ли это ваниль с амброй, может, бензоин. В общем, я не знаю, но любителям пачули, конечно же, стоит протестировать эти ароматы. Они очень интересные. Я бы, наверное, их не носила, но вот на мужчине это было бы очень красиво. Вот повторюсь, несмотря на то, что я не очень люблю пачули. Кстати, даже Элисаап пачули из кожаной линейки, они мне не очень-то зашли.
вернее, вообще не зашли. Хотя аромат сделан очень хорошо, но вот он у меня стоит на полке, я им, к сожалению, не пользуюсь. А вот здесь такая приятная сладость, вот какая-то коньячность. Обалденные. Один из них мне показался слаще, но вот теперь я не могу понять, какой из них слаще, но они классные. В общем, я вам советую протестировать, особенно любителям пачули вообще обязательно. Да, наверное, просто пачули мне вот нравится больше, не эликсир, а просто пачули. Он слаще, вот здесь вот эта красная жидкость сама. Приятная сладость такая. И знаете, какая-то даже пыльность. Вот в этом ресторане, наверное, висят какие-то бархатные, темные, тяжелые такие. Не занавески, как их назвать. Ну, в общем, вы поняли. Слушайте, это очень интересно, это загадочно. И, слушайте, мне вот почему-то так... Он под вот это настроение, под осень и дождь. Очень мне понравился этот аромат. Ароматы Мюглера я здесь тоже нанесла на блотеры. И вначале они мне не понравились. Я подумала, ну какие-то они уж слишком простые, обычные. Мы их это все уже слышали 100 раз. А вот сейчас они раскрылись. И они мне нравятся. Они хорошо сделаны. Значит, Alien, просто Alien Man. В туалетной воде он более такой кожаный, тут что-то древесное, кожа, но все очень мягко, вы знаете, на повседневный такой аромат, красивый на мужчине. Ой, специи или что-то здесь такое ароматическое есть, и пачули тоже я слышу. В общем, это интересный аромат для мужчины, вот именно на каждый день, по-моему, будет очень хорошо. А Fusion, он более сладкий и более такой сглаженный. Нет, все-таки вот просто Alien Man, наверное, он поинтереснее. Он такой более, знаете, с характером. Аромат Spice Bomb, слушайте, от Victor & Rolf. Очень мне понравился. Такая приятная сладость, которая мне что-то напоминает. И я никак не могу вспомнить, что, какой аромат... Он мне напоминает. Но что-то очень напоминает. Вот именно сладость такая. Он такой жизнерадостный, такой энергичный. И специи в нем мягкие. Специи очень красивые. То есть там нет, знаете, мешка какого-то черного перца, который на вас обрушивается. И вы просто в шоке от там каких-то перцев, там тминов, не знаю, что такое. Там очень красивые специи. И их положили ровно столько, сколько нужно, чтобы не... превратилось все это, знаете, в какой-то, я не знаю, в какой-то шкаф со специями. В общем, очень классный, очень мне понравился. О нем, кстати, говорила и Ира Лосауца, он ей тоже очень понравился. И, по-моему, она им сейчас даже сама пользуется, приобрела его себе. И могу понять, знаете, я бы тоже таким ароматом пользовалась. Он очень классный, очень энергичный. Ну, в общем, как я уже сказала, сладкий, энергичный и специи, красивый. Конечно же, это унисекс. Так что можно вполне и женщинам пользоваться таким ароматом. Очень классный. А аромат от Armani, My Way, что-то он меня, знаете, совершенно не впечатлил. Ну, я не говорю, что он плохой, просто это совершенно не мое. Мне такое направление не нравится. Для меня это просто сладкая жвачка, и все. Вот, не могу больше ничего сказать. Все такое химическо намешанное, там какие-то, наверное, цветы с чем-то еще. Ну, в общем, для меня это жвачка, вот жвачка, жвачка, и все. Вот, так что из всех этих ароматов, конечно, Spice Bomb очень мне понравился, и ароматы про пачули тоже очень интересные. Вот. Пишите, пожалуйста, знакомы ли вы с этими ароматами. Может, у кого они есть. Пишите, как они в носке. Вот ароматы с пачули, знаете, прям запомнятся мне. А что-то в них есть. Я не знаю, может быть, они просто сейчас так подходят под вот это настроение, под атмосферу. Вот, дождь, осень. Не знаю, но что-то в них есть. Вот, пишите, пожалуйста, у кого они есть, кто знаком. А я бегу домой. Всем всего самого-самого хорошего. Пока-пока.